Один за всех и все за одного. В Подмосковье завершился финал первого всероссийского конкурса «Это у нас семейное». За главный приз боролись 300 семей. Четыре дня комиссия оценивала единство, взаимовыручку и коллективную работу каждой команды. В итоге награды получили 32 победителя. Сертификаты им номиналом 5 миллионов рублей вручила вице-премьер Татьяна Голикова. Деньги можно потратить на покупку дома или квартиры, а также на жилищную ипотеку. В качестве утешительного приза каждой семье, дошедшей до финала, подарили путевки для совместного путешествия и отдыха. Это космическое настроение, как будто бы это все в сказке. Спасибо огромное всем организаторам, нашему президенту, все, кто участвовал, создавал этот праздник. Мы представляем всю нашу Кубань, нас отправили за победой, и у нас это получилось. Ура! Действительно, Россия — страна возможностей. Ура! Благодарим, благодарим. Нас подтолкнула мама. Мы, потому что не думали о том, что мы все в это вяжемся. Сначала сомневались, но потом с каждым новым заданием, по-моему, становилось все интереснее и интереснее. И просто сюда уже на таком драйве приехали, потому что это реально клево. Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Заявки на участие подали более 100 тысяч семей из всех регионов России. Самому юному участнику было 5 лет, а самому взрослому – 91 год.